Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с издателем и писателем Александром Лысенко. На встрече была представлена детская книга Ивана Новикова, талантливого уроженца Мценского края. Идея появилась в библиотеке Новикова, которая много лет сотрудничала с архивами, занималась изучением истории писателя. В этом году книга тиражом 500 экземпляров была выпущена к 140-летию со дня рождения выдающегося русского писателя. Читателю Иван Новиков известен как автор романов о Пушкине, многих повестей и рассказов, исследований о творчестве Тургенева, а также как поэт и переводчик. Слово о полку Игореве. Хочется сегодня вам вручить книгу Ивана Новикова. Это детские стихи, инициатор Мценской библиотеки Новикова, которая патриотично относится к своим землякам. И изучает его биографию. Я вам подписал эту книжку. Здесь детские стихи 20-х годов. 20-х годов, которые, значит, показывают язык того времени. И, значит, много очень произведений. Оформляла наша художница Жмакина, Любовь Евгеньевна, главный художник театра кукол. Апробированы ее книги по всему миру мы показали. Выпущенная книга детских стихотворений Ивана Новикова уже в ближайшее время будет представлена в столице на конкурсе «Книга года».